Привет, друзья! Сегодня покажу, как приготовить такой воздушный зефирный чизкейк с вишневым желе. Приготовление такого тортика не займет много времени и усилий, так как мы не будем использовать духовку. Полный рецепт вы найдете в конце видео и в описании. Для начала приготовим основу для нашего чизкейка. Для этого измельчаем любое печенье в крошку блендером или скалкой. Добавляем растопленное сливочное масло и для придания шоколадного вкуса какао. Все тщательно перемешиваем. Нам надо, чтобы все печенье пропиталось сливочным маслом. Все ингредиенты мы берем в расчете на форму диаметром 25 сантиметров. Утрамбовываем крошку, формируя бортики. Убираем в холодильник на 15-20 минут. За это время готовим начинку. Маршмеллоу отправляем в микроволновку в зависимости от мощности. Добавляем сливочный сыр, в идеале маскарпоне, но я взяла крем-чиз. Вливаем молоко и лимонный сок. Все хорошенько взбиваем миксером либо венчиком до однородного состояния. Начинка должна получиться без комочков и по консистенции как ряженка. Переливаем начинку в форму и убираем в холодильник на верхнюю полку минимум на 40 минут, чтобы она схватилась. Для вишневого желе заливаем 15 грамм желатина холодной водой для набухания. Вишню вливаем в небольшое количество воды и кипятим 5 минут. Даем вишне немного остыть и кидаем набухший желатин для растворения. Добавляем 1 столовую ложку меда. Выливаем вишневое желе поверх чизкейка и отправляем в холод минимум на 4 часа для полного застывания. А вот такой красивый воздушный чизкейк у нас получается. На вкус он очень нежный и легкий. Если вам понравился этот рецепт, то ставьте лайк, чтобы его не потерять, а лучше подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Приятного аппетита!